та пара, которая выйдет на сцену сейчас, ей есть что рассказать про любовь и как сохранить семейный очаг, наш пример для подражания. Анжелика Варум и Леонид Агутин. Вот как вы держите вот свою семью в целости и сохранности вот при такой тяжелой работе? Расскажите. Игорь, ты же знаешь как. Легко. Нет, я не знаю. Ну, это очень непривычно, Игорь, тебе давать. В основном мы к тебе за советом ходим постоянно, понимаешь, за всеми советами. А вот сейчас мы будем одну песню исполнять. Вот там будет сказано как раз. Песня, в которой поется, что... Как же я не могу о тебе не думать, не могу без тебя. Послушай, как можно о песне рассказывать? Лучше спойте нам. Так случилось, видно, это судьба. Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И никуда не отпущу. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И я прощу, и никуда не отпущу. Люди всякое про нас говорят. Все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если спросит меня голос небес, кто на свете всех дороже тебе, я отвечу, ничего не тая. Дочка, мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И никуда не отпущу. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И я прощу, и никуда не отпущу. И никуда не отпущу.